Меньшова Анфиса Олеговна, 15 лет, город Вышний Волочек. Анфис, давай поговорим о соревнованиях, которые проходили вчера и сегодня. Что не получилось, что наоборот удалось, и, наверное, обсудили уже с тренером недоработки, либо наоборот какие-то плюсы. Расскажи о результатах. Вчера на дистанции 50 метров брас я подтвердила, можно сказать, выполнила кандидат мастера спорта. На 200 метров брас я проплыла более-менее, пока работаем. И сегодня на 100 метров брас проплыла хорошо, но еще не хватает силенок, так что работаем. Сейчас уже в 9 классе. Уже перед тобой выбор в будущей профессии. А определилась ли ты, куда ты пойдешь? И связано это будет со спортом, именно плаванием? Да, будет связано со спортом. Хочу, по крайней мере, идти на тренера по плаванию также. Вот. Но пока что школу и совмещаем со спортом. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео, и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Если мы говорим все-таки о профессии тренерской в будущем, у нас есть поколение маленьких ребят, которые уже приходят и занимаются. Вы с ними все равно встречаетесь как на соревнованиях, так и на тренировках. А есть такая практика, что маленькие ребятишки приходят, смотрят на вас, спрашивают, консультируются какие-то моменты именно в виде спорта? Да, были случаи. Был один случай, то, что ко мне подошла девочка с мамой и говорят, типа, подержись за Анфису, чтобы принесет удачу. Поэтому, да, бывают такие случаи, спрашивают, да как, да что. Я говорю, ну, чем могу помочь, чем помогаю. Анфиса – талисман. Да. Если так сложилось, то пришлось бы выбрать другой вид спорта. Какой бы этот вид спорта был? Может быть, танцы. Но если бы мы жили в Вышнем Волочке также. А если бы жили не в Вышнем Волочке, наверное, бы либо синхронное плавание, либо прыжки в воду. Но все равно связано с водой. Все-таки да. Вода. Как вы отдыхаете? Совмещаете учебу, тренировки, но какой-то отдых у вас ведь присутствует у молодежи? Как вы отдыхаете? Присутствую, гуляем. А каким-то видом спорта другим увлекаетесь? Мне этого хватает. А какими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным? Это не говорим мы про спорт, но и спорт, конечно, в том числе. Ну, главное, сила воли, плюс характер. Вот. Главное, целеустремленность – это главное. Вот. И чтобы была, на самом деле, цель. Не будет цели – не будет успехов. Вот, ну, реально, вот так вот. Что еще? Какая цель у вас тогда, если мы говорим про плавание, да, на сегодняшний момент мы знаем, что у вас есть кандидат в мастера спорта разряд, выполнили вчера еще один, да, по другой категории. Самая максимальная цель, которую вы ставите перед собой? Мастер спорта. Выполнить мастер спорта. А на каких соревнованиях мечта побывать? На России, мне кажется, потому что ЦФО – это же все равно отдельный круг именно. Вот. А я хочу вот именно на России, где более такие сильные спортсмены, такой масштаб больше. Как поддержать спортсмена, у которого что-то не получилось в соревнованиях? Ну, главное не опускать руки, я думаю, потому что у всех бывают взлеты и падения, вот. И поэтому, я думаю, тренироваться также, реально не бросать все сразу же, не опускать руки, а дальше работать, и может все получится. А как часто проходят тренировки, по сколько часов в день? В неделю 6 дней занимаемся, по 2 часа, по 2-3 часа можем заниматься, как минимум 2. Утром может утром быть, вот вторник, четверг у нас утром, и вечером еще одна. Труд, и еще раз труд, и тогда залог успеха. Все верно. Удачи, будем Спасибо. Смотреть за дальнейшей карьерой, и уверена, что все у вас получится. Спасибо большое.